inside your head. Thank you.
Итак, вы готовы идти на войну? Я думаю, преданные вам не сказали. Гитанагари — это военный лагерь. Вы знаете, что вы новобранцы, или вы уже обучены. Посмотрите, как полубоги нам помогли. Вы все засыпаны снегом, все заключенные. Сюда не просто приехать, и отсюда не просто уехать. Поэтому вам придется приспособиться хотя бы на несколько дней. Правда, я не похож на умирающего? Я сначала немного сбавил вес, и потом немного набрал. Мы все при смерти. Просто кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже. И даже если мы больны, это не обязательно заметно. Само по себе тело — это болезнь. Тело — это болезнь, и материальный мир — очень запутанное место, полное разнообразных видов болезней. Прежде всего, прежде чем что-то сказать, нам понадобятся переводчики. Я думаю, преданные из Хорватии все немного говорят по-английски. Мне нужен русский переводчик. Махамай здесь? Да. Не могли бы вы прийти? Югат Харма и Вришни здесь? Вринда? Да, вам нужно подойти сюда и переводить одновременно. А кому-то из испаноговорящих преданных нужен перевод? Мы не хотим, чтобы вы поняли лишь 5% от моих слов. Испанцы есть? Даршан? Преданные из Чили, Аргентины. Мы ожидаем, что к завтрашнему вечеру будет где-то 300 преданных. Некоторые застряли в аэропорту, какие-то рейсы отменили, и я думаю, многие преданные, особенно из России, не смогли получить визы. Возможно, кто-то из Аргентины тоже. Я вижу своих духовных братьев, Инджайши, мою духовную сестру. Спасибо вам большое, что приехали, чтобы позаботиться о своих племянниках и племянницах. Это очень мило с вашей стороны. Мы надеемся, что вы поможете всем нам, что вы уже и так делаете своим замечательным примером. Так, я хочу сказать коротко, потому что у нас много всего запланировано на эти пару дней. Расписание должно быть вывешено, и, может быть, многие из вас даже получили распечатку, или вам ее дадут чуть позже. Нам необходимо помнить, что наша главная книга — это Бхагавад-гита, песнь Бога. Этот мир — падам-падам, ятви-падам, тешам, тут на каждом шагу опасность. Абрахма Бува на луках. От высших планет до низших. Материальный мир — это обитель путаницы, беспорядка, место постоянной двойственности, рождения, смерти, болезней и, конечно, старости. И мы понимаем, что это Мадхуни-агара, это тюрьма, оковы половой жизни, вожделения и жадности, которые сковывают живые существа в этом мире и в этих телах. Мы также понимаем, что эти же самые тела, эти же самые чувства мы можем использовать, чтобы убежать из тюрьмы. Прабхупада сказал, что это человеческое рождение специально предназначено для того, чтобы умереть славной смертью, как Бишмадев. А Бишмадев умер на поле боя, так же, как и наш Шрила Прабхупада. Камал Кришна Махарадж сказал, что Прабхупада часто говорил о том, что хочет уйти на покой, но он так и не ушел на покой вплоть до последних 2 часов перед тем, как он оставил эту планету. И почему же? Это потому, что практически до самого последнего момента его жизни в этом теле, которым он пользовался, он думал обо всех нас. Он постоянно думал о том, как помочь поделиться
дать благословение как можно большему количеству джив. Такова миссия, с которой мы все связаны. Она выходит за пределы наших зон уюта и безопасности. Мы должны быть сострадательными ко всем живым существам. Мы должны постоянно, с жадностью, желать получить милость. Лаульям. Мы должны взывать к Господу с этим жадным желанием. Никто не превзошел телесный уровень без этого сильного желания. И трудно обрести это чрезвычайно сильное желание, когда мы слишком механистичны в своем преданном служении, когда наша шрадха, вера слаба. Практически невозможно развить сильное желание без сильной и здоровой санги. Мы все сильно зависим от нашего окружения в прошлых жизнях, но особенно в этой. И мы хотим стать жадными в поиске хорошего общения. Чтобы обрести пыль, прибежище, милость, просад со стоп преданных. Кришна приходит через своих преданных. Кто-то из преданных уже упоминал, как в самом начале сознания Кришны, когда Прабхупада проповедовал на Западе всего несколько лет, Судама Випра спросил, «А что мы будем делать, когда вы уйдете? Как мы должны следовать вам? Как мы должны думать о вас? Как должно действовать общество?» И Прабхупада объяснил, что вы должны видеть меня через моих преданных. Это означает, что он призывает нас быть истинными преданными, быть носителями бхакти и быть возвышенными преданными. Таким образом, мы сможем больше и больше воспринимать Прабхупаду через друг друга. Так же, как Кришна находится у каждого в сердце, но в некоторых случаях кажется, что он больше проявлен, потому что мы хотим его найти. В остальных случаях Кришна также присутствует там, но иногда при этом человек может оставаться майявади, атеистом или ракшасом. Тот же Кришна находится там, но его немного сложнее найти. И так же, как Кришна находится в сердце каждого, здесь находятся его слова, его наставления, и здесь его преданные. Потому что преданные — это носители милости Кришны. Они проявляют эту милость. Иногда мы собираемся вместе и воспринимаем друг друга как нечто само собой разумеющееся, или мы встречаемся и делаем сознание Кришны более похожим на религию, а не на войну, против своего вожделения, жадности, камы, лобхи. И мы недооцениваем тот факт, что на войне постоянно случается что-то экстремальное. Не существует более критичной области, чем поле боя. Поле боя предназначено для побед и поражений. Оно предназначено для уничтожения. Оно предназначено для риска. Нет другого такого места, где в людях так ярко проявляются все лучшие и все худшие качества, как на войне. Арджуна вопрошает Кришну на поле боя, и Кришна отвечает ему. Почему Кришна выбрал такое место? Из всех возможных способов и мест, где он мог бы рассказать Бхагавад-гиту, почему он выбрал именно это?
Похоже, это ставит в тупик людей, которые просто благочестивы и религиозны, находятся в гуне благости, потому что они могут смутиться и подумать, почему религия, философия, теология так связаны с войной. И они предлагают всякие аллегорические объяснения, что олицетворяет собой поле битвы Курукшетра. Но там что настоящая война. И это напоминание для нас, что вставая на путь преданного служения, мы объявляем войну Майе. И Майя объявляет войну нам. На войне есть раненые, есть предатели. Есть шпионы, есть выжившие, есть пострадавшие, и есть победители. И на войне мы зависим от нашего окружения, от стратегии, командиров. И при этом каждый человек берет ответственность за определенные обязанности. И поражение кого-то одного часто может обернуться катастрофой для многих. И точно так же успех одного человека может принести победу всем. Итак, мы очень сильно связаны, как одна команда. Мы все связаны, как члены семьи Сарасвата. Мы очень сильно связаны, находясь под зонтиком Нитьянанды. Наша преданность очень сильно зависит от того, как мы взаимодействуем в повседневной жизни. Это не так, что мы преданы только на фестивалях и в храме. Это важно, но еще важнее то, что мы делаем все остальное время. Насколько мы ставим Кришну в центр своей деятельности дома, на работе. Насколько мы ставим Кришну в центр, когда мы не находимся среди преданных. Насколько мы стремимся общаться с ними, когда их нет рядом. Насколько мы извлекаем пользу из этого общения, когда оно есть у нас. Многие из нас отдали бы все, чтобы подольше побыть со Шрилой Прабхупадой. Но он постоянно повторял, «Я старый человек, я могу умереть в любой день». Прабхупада говорил так, он создал эту организацию таким образом, чтобы мы дали ему возможность жить, продолжая его миссию. И насколько мы понимаем это, настолько Прабхупада остается живым для нас. Я ощущаю большую радость от того, что могу лицом к лицу оказаться жизнью и смертью. Потому что для меня это возможность стать более внимательным, это возможность жить Бхагавадгитой, жить Махабхаратой, жить Бхагаватам. И я считаю, что всем вам очень повезло, всем моим дикше и шикше ученикам, потому что у вас есть некоторое время на подготовку. У вас есть время, чтобы понять и подготовиться к тому факту, что однажды, возможно, скоро, мой гуру уже не будет физически с нами. Итак, у нас есть возможность задать вопросы, у нас есть возможность подготовиться, принимать больше вани, чем вапу. И у нас есть возможность внимательнее оценить свое конкретное служение и обязанности и подумать, насколько мы ответственны в выполнении своей роли в миссии Шрилы Прабхупады. Мы, духовные учителя, напоминаем вам, что нужно оставаться преданными тому, чему посвятил свою жизнь наш основатель Ачарья и за что он умер. И какое он оставил наследие, ожидая, что мы его сможем сохранить.
Итак, у него есть причины отзывать некоторых из нас другие места, другие станции. Но, конечно, никому не интересно повсюду создавать что-то, чтобы то, что уже было создано, при этом развалилось. Невозможно организовать бизнес, построить организацию. И, конечно, невозможно создать всемирное преобразующее движение, если посаженные семена не удобряют и не поливают как следует. Итак, мы все связаны со Шрилой Прабхупадой, как нашим Шикша-гуру, и некоторые как Дикша-гуру. Многие из нас, даже те, кто никогда не встречались лично со Шрилой Прабхупадой, видели его во сне. Он вошел в наше сознание, он вошел в нашу жизнь. Практически все мы получили вдохновение из его книг. Также мы получаем благо от его организации. Если так или иначе мы получили благословение великих посланников Кришны, по своей милости они дают то, чего нам не хватает, и приводят нас к Нему. Когда эти великие души приходят в какую-нибудь вселенную, они приходят не одним. Подобно тому, как Кришна ни в одном воплощении не приходил один. Будь то Матсья-аватара, Курма-аватара, Нарисимха-дев, Господь Рама. Каждый раз, когда Кришна приходит, где бы он ни приходил, в любом облике, он приходит со своими вечными помощниками. И также его великие представители тоже не приходят в одиночестве. Они выполняют свою задачу, и кто-то, так же как во время лил Кришны, мы знаем, что кто-то приходит раньше него, кто-то приходил вместе с ним, и кто-то приходил после него. Это означает, что когда Кришна посылает кого-то впереди себя, он присутствует там в определенной форме, и он приходит, он проявляется. А когда он уходит, проявляется его другая форма. Итак, эти приходы и уходы являются частью духовной реальности, частью которой мы являемся, духовного образа жизни. Это наша история. Мы должны знать, что у каждого из нас есть лишь небольшой отрезок времени до того, как уйти в отставку. Хотим ли мы уйти, понимая, что не сдали экзамен и нам придется снова вернуться? Хотим ли мы получать новые и новые материальные тела, особенно теперь, когда Кали-юга становится все более и более запутанной? Хотим ли мы погрязнуть в аппаратхах разных оскорблениях? Хотим ли мы уйти в сторону, став слишком активными в материальной деятельности и чуть-чуть занимаясь преданным служением? Или мы хотим славно уйти, осознав, что мы сделали все, что возможно, желая сделать больше в служении Гуру, Садху и Кришне. Нам всем необходимо ответить на эти вопросы. На протяжении этих нескольких дней, что мы будем вместе, мне хотелось бы, чтобы вы помнили 2-3 момента. Мы рады приветствовать всех вас. И как мы уже говорили, вы приехали в это скромное местечко. На несколько дней вы здесь как узники. Кто-то, может, и сбежит, но кому-то не удастся этого сделать. Первое. Мы хотим напомнить вам, что мы на войне. Это означает, что нужно постоянно быть внимательными и бдительными, потому что на войне в любой момент, в любой день может произойти что угодно.
Мы также хотим не для того, чтобы казаться угрюмыми. Мы хотим, чтобы вы рассматривали практически каждый день так, как будто это последний день вашей жизни. Под конец каждого дня подводите итоги, анализируя, что вы сделали в этот день, что вы предложили миссии Шрилы Прабхупады. Делайте это так, как будто вы говорите это своему гуру. Вот то, что я сделал сегодня в служении тебе. Прежде всего, мы просим вас помнить о войне. Где бы вы ни находились, неважно, на работе, дома, в школе, в храме, помните, что Кришна здесь и Майя тоже здесь, на алтаре. Будь на алтаре вы или где-то еще, поскольку мы носим с собой в уме такое количество врагов ума, даже когда мы готовим для Кришны, даже когда мы служим на алтаре и так далее. Если мы будем знать о том, каким образом они нападают, тогда для нас это не будет такой неожиданностью. Мы хотим подчинить эти веги, для начала признав их существование. По мере того, как мы более сознательны и внимательны, мы можем достичь этого при помощи ежедневной самопроверки. Кому-то проще это делать утром, кому-то вечером. Но либо утром, либо вечером вспоминайте, размышляйте, что вы сделали за прошедший день. Чем более вы личностно относитесь к шастрам, садху и гуру, чем более вы личностны к Кришне, чем искреннее вы заняты изучением литературы и философии, тем больше отклик вы получите. И наоборот, чем меньше вы личностны, тем меньше будет ответ. Третье, о чем мы просим вас подумать, это то, что наша жизнь, как вайшнавов, обладает тем большей ценностью, чем больше мы способны повлиять на жизнь других. Если рассмотреть одно из основных качеств возвышенного вайшнава, если рассмотреть качество садху, мы увидим, что это титикшава каруника, они милосердны, очень добры и терпеливы. Прабхупада настолько заботился о каждом. Это феноменально. Госвами также настолько заботились о всех. Представляете, они проповедовали как царям, так и бандитам. Они помогали селянам в обычных заботах, потому что они заботились о каждом и хотели обратиться ко всем и помочь каждому. Поэтому люди очень доверяли и были преданы им. Все люди, как вайшнавы, так и не вайшнавы, все очень сильно доверяли им. У нас должен быть такой садачар, такие прекрасные качества, чтобы все люди, кто нас знает, неважно, какой они веры, религии, пола, национальности, чтобы они уважали и чувствовали, что у нас есть нечто ценное, видя, какие мы и как мы живем. Они могут понимать или не понимать нашу теологию. У них может не быть адхикара, может не быть сукрити, чтобы понять философию. Но они должны ощущать нечто особенное в каждом истинном садху. Из них те, кто получил больше милости, глядя на нас и слушая нас, должны захотеть стать такими же, как мы,
И многие должны изменить свою жизнь благодаря нам. Мы не сможем обрести милость, если мы сами не милосердны. Мы не сможем расти, если мы не хотим раздавать милость, делиться милостью, помогать другим. Мы не говорим о том, что нужно отвергнуть свою индивидуальность. Мы не говорим о том, что нужно пренебрегать своими духовными потребностями, потому что у нас есть истинные духовные потребности, не желания, а потребности. Но наши духовные потребности должны быть основаны на стремлении помогать другим. Луканам хитакару на трибуване. Если этого нет, мы практикуем обычную религию. Мы не поднимемся над уровнем дхармы, а мы должны следовать санатана дхарме. Поэтому третье, о чем мы просим вас, посмотрите на свою жизнь. Что вы делаете? Как вы живете и чем жертвуете? Ради того, чтобы помочь другим и поделиться с ними. Мы говорим все это не просто потому, что мы идеалисты. Мы хорошо знаем, каким было наше движение, сейчас работа, самадхи, потом. Мы не говорим о том, что нужно просто вкалывать в автократической системе, не думать о своей семье, о всем остальном. Мы говорим, да, мы считаем, что обо всем этом нужно заботиться, но думать об этом, понимая, что когда Кришна доволен, тогда многие вещи становятся на свои места. Гораздо лучше, чем если бы мы сами могли это организовать. Если бы это было не так, то мы бы не выбрали это движение. Но мы должны дать возможность действовать Кришне, и тогда в нашей жизни начнут происходить чудеса. Я надеюсь, мы все хотим видеть чудеса. Это то, что находится за пределами обыденности. Поэтому мы должны развить больше сострадания к другим. Итак, я сказала об этих трех пунктах. Проанализируйте свою жизнь и посмотрите, насколько ваша жизнь оказывает влияние на жизнь других, в какой степени ваше существование отражается на вашем окружении, в какой степени вы живете так, чтобы кто-то другой, другие преданные или обычные люди могли приблизиться к Кришне. Я не говорю просто о теории, что нужно быть бескорыстным. Я хочу сказать, что бескорыстие является предметом планирование стратегии нашей позиции. Мы не просто повторяем Хари Кришну, поклоняемся божествам и читаем книги. Не просто повторяем Хари Кришну и делаем пищу жизни. Не просто повторяем Хари Кришну и выступаем перед людьми по воскресеньям в проповедническом центре или как-то еще. Важно то, насколько каждый день вы понимаете, что вы принадлежите Кришне, а Кришна для вас все. По мере того, как мы поднимаемся на этот более высокий уровень сознания, уже не будет столько аханкары, ложного эго, столько вожделения. Все это просто останется в стороне. Потому что все эти враги ума не любят оставаться в обществе, где есть сострадание и чистота. Порой сострадание становится для нас, вайшнавов, пустым звуком, потому что мы боремся с сентиментализмом, мы боремся со слезливостью, с вожделением. Ведь то, что обычно называют любовью, это просто-напросто вожделение, замаскированный эгоизм. Таким образом, мы бросаемся с одной крайности в другую. Мы начали с крайности, живя как материалист, который рыщет повсюду в поисках собственного комфорта и удовольствия. Затем бросаемся в другую крайность, становясь йогами, а иногда даже бхогами и рогами вместо преданных. Очень жаль,
что так часто вайшнавы причиняют друг другу боли, мешают друг другу и забывают друг друга, в то время как мы должны быть носителями ашрая татвы, величайшей любви. Это уловки майи, чтобы отвлечь нас. Мы должны восстановить персонализм для Кришны, не для себя. И не бояться проявлять любовь, но любовь от сердца, а не ту, что исходит от век. Мы не должны отказываться от любви, потому что тем самым мы отказываемся от самой человечности и духовности. Мы видим, какие огромные усилия предпринимали великие ачарьи, пытаясь распространить сознание Кришны. Это признак их величайшего сострадания и милосердия, вплоть до того, что они жертвовали собственным благополучием и стабильностью. В основном вы все домохозяева, поэтому вам не нужно жертвовать вашим непосредственным полем деятельности. Ваше поле деятельности — это ваша семья. Следовательно, Кришна дал вам эти семейные связи. Но вам нужно заботиться о своих семьях таким образом, чтобы ваша семья была подразделением, катализатором, чтобы вы могли распространять и делиться сознанием Кришны. И тогда вы получите огромную защиту, как от своего непосредственного духовного учителя, так и от вышестоящих духовных учителей. Потому что мы знаем, что когда мы делаем что-то правильное, когда мы получаем благословение от всей парампары, а если мы делаем что-то неправильное, мы ставим неудобное положение всю парампару. Я здесь не для того, чтобы сказать вам что-то новое. Если вернуться в прошлое на 25 лет, вы увидите, я говорил то же самое. Может быть, потому что теперь я скоро покину вас, некоторые могут слушать несколько внимательнее, но либо вы поймете это, либо нет. Это дал нам Прабхупада, и мы либо принимаем это, либо нет. Бхактисиддханта объясняет, что обычно неопытный садху возвращается к Кришне за три жизни из-за недостатка веры и оскорблений. Намабхаса занимает две жизни. И Шудха Нама — одну жизнь. Если мы общаемся и слушаем, но наша вера может быть слаба, а оскорбления сильны. Но Кришна милостив. Человеку не обязательно дожидаться следующей жизни, поскольку все равно в каждом рождении есть опасность. Вот почему многие, оставляя тело, не возвращаются в духовный мир. А некоторые, их немного, возвращаются. Но так не должно быть. Ведь у нас есть связь, благодаря которой каждый преданный может вернуться обратно к Богу в этой жизни. Дживан Мукта, нам даже не нужно ждать, когда мы оставим тело, чтобы достичь связи с духовным миром. Если наше сострадание достаточно сильно, то биджа, бхакти-лата биджа, так хорошо поливается, чтобы пробиться сквозь двойственность, маха-татву, гуны материальной природы, даже если человек еще находится в физическом теле. Поэтому мы не должны уподобляться людям, которые просто ждут и надеются, что это правда, что после смерти есть жизнь, что есть духовный мир, и что Кришна чудесно играет на флейте и замечательно танцует. Нам не нужно просто надеяться, что это не фантазия. Когда Бхактивинод был погружен в свой баджан, его дом превратился в духовный мир. Так много лил происходило с великими ачарьями, но сейчас нет времени о них рассказывать. Пребывая в царстве двойственности, приходя в этот мир,
Время от времени они проявляют свою изначальную связь с духовным миром. Но ведь это также и наш дом. У Кришны нет любимчиков. Но мы должны предпочесть его майе. Мы должны взращивать в себе неодолимое желание вернуться под покровительство Божественной Читы. Итак, мы надеемся, что вы извлечете полное благо, находясь здесь эти дни. Некоторые из вас здесь впервые встретились. Некоторые из вас получат инициацию. Я думаю, мы проведем 1-2 семинара, потому что мы хотим, чтобы вы уехали отсюда не только пообщавшись на фестивале, побыв здесь, в Гитанагаридхаме, но, что более важно, мы хотим, чтобы вы уехали, пережив трансформацию, чтобы, когда вы уедете, вы больше сосредоточились на том, что вам нужно делать как духовным воинам. Проанализируйте свою жизнь, что вам нужно наладить, чтобы ваши поступки помогали уменьшить страдания других. Кто из вас сейчас, глядя на свою жизнь, ясно видит, что помогает уменьшить страдания других? А кто из вас большую часть времени думает о том, что не так в его собственной жизни? Это не является трансцендентным. Большая часть вашей жизни и ваших мыслей заключается в том, что вы пытаетесь решить собственные проблемы. Да, проблемы есть, и многие из них останутся. Но все мы намного выше, чем наши крошечные проблемы. Мы говорим так, потому что эти проблемы являются частью нашего опыта, стоящих перед нами задач, частью нашего поля боя. И мы должны преодолеть их, чтобы встретить Кришну на другой стороне. Итак, когда вы размышляете, скольким вы жертвуете, чем готовы пожертвовать, чтобы облегчить страдания других, для этого вам нужно снаряжение. Это означает, что мы сами должны стать сильнее, мы должны укрепить себя, поскольку когда вы попадаете туда, где есть болезни, ранения, вас могут ранить. Если вы стараетесь помочь слишком большому количеству людей, при этом сами недостаточно сильны, тогда может произойти другая трагедия. Если вы не попытаетесь помочь себе, то вы сами окажетесь в беде, потому что вы сами будете беззащитны и не сможете выстоять. И вы начинаете каждый день переживать, что же я делаю и почему я не прогрессирую. Нам нужно вспомнить пример обитателей Вриндавана. Нам нужно посмотреть, какими мы хотим стать и каковы качества тех, кто уже там. И затем мы размышляем, как нам развить такие же качества. Мы никогда не видели и не слышали, чтобы великие ачарьи были слишком озабочены своими кредитами, страховкой, машиной, тем, другим. Да, это проблема, однако они временны. В любом случае, у вас всегда будут те или иные проблемы. Все это неотъемлемая часть жизни в тюрьме. Когда вы в начале и в конце дня анализируете свою деятельность, внимательно посмотрите, оцените, все, что вы делали в этот день, думали ли вы об этом как о подношении лотосным стопам своего духовного учителя, лотосным стопам основателя Ачарьи вашему Иштадеву, божествам в храме или дома. Делайте это личностно, вернувшись домой вечером или утром перед рассветом, приходите к божествам, молитесь им и разговаривайте с ними. Они слышат вас. Проблемы появляются, когда вы начинаете думать, что слышите их, хотя пока у вас нет соответствующей адхикары. Однако они вас слышат, поэтому молитесь им, говорите с ними. Расскажите им, что у вас на сердце, в уме,
и молите их о помощи, и просите направить вас и исправить. И я гарантирую, если вы будете так делать, вы увидите, что ваша духовная жизнь удивительным образом изменится. Что бы ни происходило, здоровье или болезнь, богатство или нищета, вы все равно почувствуете это, потому что Кришна рядом. Когда фундамент прочен, да, что-то происходит, но это просто проходит мимо. Когда же фундамент слаб, и что-то случается, тогда мы отождествляем себя с этим, и нас просто уносит, мы погружаемся в пхугатьягу, как сумасшедшие. Итак, мы рады, что вы все здесь. Еще будут приезжать другие преданные всю ночь и в течение следующего дня. Постарайтесь потерпеть аскетичные условия. Иногда мы думаем, что Радха Дамодара держит нас в этих аскетичных условиях, чтобы мы могли в отчаянии взывать к ним. Знаете, отчаяние интересным образом заставляет нас взывать к Богу. Вам не может быть слишком удобно. Очень опасно, если человек чувствует себя комфортно в тюрьме или на поле боя. Итак, не забывайте об этих трех моментах на протяжении этих дней. Первое — сравнение с полем битвы. Это значит, что есть шанс одержать победу. Но также есть шанс получить ранение и поражение. Ищите хорошего общения. Сами давайте хорошее общение. Поймите, что то, что вы делаете, может либо принести кому-то опустошение и несчастье, либо защитить или даже спасти. Осознайте, насколько важна синергия, быть одной командой. Живя в определенной культуре, мы очень сильно зависим друг от друга. На нас оказывает сильное влияние то, что происходило до нас, и то, с чем мы сталкиваемся сейчас. И мы сами что-то оставим молодому поколению, нашим детям. Делайте самоанализ. Это мелочь, но она может произвести потрясающие перемены в вашем сознании. Представьте, если мы будем все больше и больше думать о Кришне, насколько больше Он получит нашей любви, нашего внимания, насколько сильнее мы почувствуем себя зависимыми от Него. И третье, внимательно посмотрите на свою жизнь. Подумайте, что вы делаете, чтобы уменьшить страдания других. По мере того, как вы больше думаете об этом и больше планируете, разрабатываете стратегию, вы увидите, что очень многие проблемы, сложности в вашей собственной жизни уменьшатся или исчезнут вовсе. И также увидите, сколько новых возможностей предоставит вам Кришна, чтобы вы могли действовать в этом направлении. Бывает, что мы слишком много думаем о себе и считаем, что это нормально, потому что именно так считает большинство людей. Вот почему Кришна говорит, что ему дороги те, кто не привязаны к счастью и несчастью. Другими словами, такие люди совершенно не считают себя центром Вселенной, и поэтому не слишком уж радуются счастью, понимая, что оно не их собственность. И не особенно переживают из-за хаоса, скандалов, трагедий и так далее, потому что они не считают себя центром. Все это их не затрагивает. Или же они рассматривают ситуацию как возможность что-то предложить Кришне. Если у них есть много чего-либо, они дают Кришне много. Если у них немного, они дают Кришне большую часть от этого немногого. И таким образом они покупают Господа.
Итак, мы будем стараться изо всех сил за то короткое время, что нам осталось провести вместе, как пожелает того Прабхупада. Мы постараемся просто, но глубоко донести небольшое послание, чтобы когда я уйду, у вас не осталось чувства, что мы должны были сказать или сделать что-то, но не успели. Я должен предстать перед Прабхупадой и рассказать, что я сделал, как один из его полководцев. Что я сделал, как саньяси, что я сделал, как гуру. Я должен буду прийти к нему и отчитаться. Я хотел бы сказать ему, что мы старались изо всех сил держать всех в самых некомфортных условиях, чтобы напомнить им, что материальный мир — это тюрьма, и освободить как можно больше людей и как можно скорее, уже в этой жизни, насколько это в наших силах. Я надеюсь, что мои молитвы и то, что я сказал здесь, помогут вам глубже осознать серьезность наших обязательств на этом пути. Я от всей души жажду и счастлив пожертвовать всем, чем могу, чтобы помочь как можно большему числу людей, потому что я оппортунист. Я знаю, что чем больше я помогаю, тем больше смогу помочь. И также, как награда за преданное служение, это еще больше служения. И служу ли я здесь или в другом месте, я знаю, что существует масса возможностей для служения. И если мы действительно верим, то воспеваем и просим о служении. Мы просим Раду и Кришну даровать нам все, что нужно для того, чтобы развить нашу способность вернуться к ним. Как если ваши близкие, и даже, может, вы сами были на войне, вы понимаете, насколько это серьезно. Когда вы видите, как вокруг убивают людей, вы осознаете, что можете погибнуть любую минуту. Большинство людей в Америке не имеют ни малейшего представления о войне, потому что, по их мнению, это происходит где-то в других местах, в других странах, с кем-то другим. Сопоставляя духовную жизнь с войной, мы понимаем, что сейчас мы живы, но в следующий миг мы можем быть ранены, а через мгновение убиты. И все это зависит от окружения, общения и сознания. На завтра у нас есть расписание. Старайтесь посещать как можно больше программ. Я постараюсь быть доступным, насколько смогу. Обычно я буду приходить чуть позже. Я все еще продолжаю бороться с сахарным диабетом, раком и кучей других проблем. Простатитом и высоким давлением. Но все это просто происходит вокруг меня. Душа не затрагивается этим. Однако все равно приходится поддерживать тело и душу вместе как можно лучше и как можно дольше. Я ожидаю, что каждый последующий день будет более насыщен энергией, поскольку мы будем все больше настраиваться на духовную битву. Мы посмотрим глубже и будем анализировать свою жизнь, стараясь больше внимания уделять тому, что способствует достижению нашей цели. И тогда наши сердца будут открываться. Когда сердце открывается, ум также становится более ясным. Когда сердце по-настоящему открывается, ум и разум становятся острее. Когда ум и разум недостаточно острые, это мешает открыться сердцу. По-настоящему открыть сердце — это не сентиментальность, это требует большого разума, усилий и стратегии по-настоящему открыть сердце. Не знаю, как вы, но я не хотел бы входить в организацию, общество или общину людей, у которых нет глубокой любви друг к другу. Когда мы окружены людьми, у которых нет любви, они словно разрушают или нападают друг на друга с помощью зависти, гнева.
Кто захочет быть там, где люди постоянно бросают в вас камни, кирпичи и банки, когда люди по-настоящему не заботятся друг о друге? Это то же самое. Но как здорово быть частью окружения, где вас окружает чувство защищенности, удивительное общение, забота и внимание. И даже если вы сталкиваетесь с трудностями, вы, по крайней мере, чувствуете, что вас поддерживают, что кто-то заботится и переживает за вас. Это помогает каждому на нашем личном поле битвы Курукшетра обрести вдохновение и силу выиграть сражение. Но как же тяжело, когда мы сталкиваемся с трудностями и чувствуем, что никому до этого нет дела, что никто даже не замечает, как будто нас не существует, и никто не заботится, а когда нас нет рядом, то большинство даже рады не видеть нас. Это просто адская ситуация. Все это воздействует на наше сознание, потому что проникает вглубь и определяет, какими мы станем. Итак, мы все можем сделать друг друга лучше.